Приветствую вас на канале Paper Model Territory. В этом видео речь пойдет о технологии имитации заклепок на броне. Итак, заклепки. Наличие заклепок на модели добавляет ей копийности, объема, детализации. Модель выглядит более серьезно, доработанней. В пластиковых моделях заклепки присутствуют изначально на деталях. С Papercraft'ом сложнее. Здесь они представлены точечками, тенями, рисунками, то есть никакого объема. А ведь хочется. Используют много методов клепки модели: бисер, стразы, клей слоями. Может, кто-то встречал еще какие-то технологии. Все эти методы зарекомендовали свою эффективность на множестве моделей. В своей работе я использую шарики из картриджей для очистки воды. Для примера можно посмотреть мои работы из серии Warhammer 40 000, бронетехника в масштабе 1:50 и 1:72. В своих видео я показываю процесс клепки, но не останавливаюсь на нем достаточно подробно. Сейчас же рассмотрим его пошагово. Итак, шарики. Их вы можете найти в картриджах для очистки воды от любых производителей, разного диаметра и материала. Нужно смотреть на упаковку. Сейчас работаю с использованием картриджей от фирмы Barrier. Мне они нравятся больше всего. Были и другие. Тут нужно выбирать, кому что больше понравится. Пошагово моя технология имитации заклепок выглядит приблизительно так. Сначала я продавливаю углубление в деталях для заклепок. Потом, если нужно, обратную сторону выкройки детали можно срезать ножом, либо зашкурить. После этого зубочисткой наношу клей в каждое углубление, использую строительный ПВА. И мокрой зубочисткой беру шарик, вставляю в углубление, слегка надавив. Проработку деталей шилом и зашкуривание я делаю на этапе формирования деталей. То есть вырезал, сделал углубление для будущих заклепок, перевернул, зашкурил. Потом эти детали склеиваю, получается модель такая вся в дырочку. После того, как модель склеена, я делаю полный процесс заклепинга, то есть наношу клей, продавливаю заклепочки, крашу и любуюсь.
Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Всем спасибо за просмотр ролика. Буду благодарен за YouTube плюшки, лайки, комментарии, подписку на канал. С уважением, Алексей Плючко.